Как известно, древние римляне переняли все у древних греков. Итак, представьте, Гай Юлий Цезарь возвращается домой из Древней Греции. Цезарь! Аве Цезарь! Аве Цезарь! Аве Цезарь! Аве Цезарь! Аве, аве Цезарь! Здорово! Ну что, что там у нас? Цезарь, посол Греции к тебе! Давайте его сюда! Цезарь, после вашего последнего визита в Грецию у нас пропало золотое руно! Как пропало? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Слушайте, больно ваши золотые сапоги напоминают мне! Но-но-но-но-но! Ты на что намекаешь, морда посольская? Нет, понимаете, я как бы... Слушай, а ты когда-нибудь был на гладиаторских боях? Нет. Ни разу не был! Ребятки, ну-ка, ну-ка сделайте! Давайте-давайте! Что ж, а мы рады вас приветствовать на арене Колизея! На свете нет еще пока парня лучше Спартака! Спартанский Спартак! А пока Спартак разминается, первый бой. И на арену выходит новичок-претендент. Против непобедимого чемпиона 500 побед. Ну, а мы начинаем наш бой. 501 победа. И против чемпиона выходит сам Спартак. И Спартак побеждает. Выпускайте льва. Спартак побеждает опять. Нет, ну, все хорошо, но вот ваши сапоги, ну... Слушай, а ты мой бойс-бенд видел? Что такое бойс-бенд? Бойс-бенд, ты с ума сошел, ребятки! Ребятки, значит, бойс-бенд, это, значит, куча рабов, они поют, да? Но пока не знают о чем. Ну, что петь? Послушай. Я не знаю, что петь. Мне тебя сравнить бы надо с тем, что очень нравится. Ты такая, вся такая, как нога отца яйца. Ты румяна, как сосна, словно дверь ты ровная. Просто база для сравнений пока не сформированная. Как это все? Молодцы. Давайте познакомимся. Одиссей, Персей, Сисей, Чисей, Мисей, Кисей, Висей, Висей, Алисей, Валера и ваш покорный слуга Валера. Ребята, что-нибудь про засуху спойте, а? 33 коровы, 22 ягненка, 6 снеиных девушек, а дождя все нет. О, ну. Скажите, а кто стихи писал? Ребят, кто стихи вам писал? Кто стихи? Ну, они а музыку, музыку? А музыку кто? А кто продюсер у них? А продюсер кто? Дробыш! Теперь понятно, почему вас так много. Но почему же много? Нас всего лишь вот Одиссея, Персей, Сисей, Чисей, Кисей. Так все, заткнись. Я вот этих ребят вообще не успеваю назвать. Тогда казнить их. Хочешь мы тебе, хочешь мы тебе споем. Так, давайте, уходите, давайте. Ну, у вас такое есть в Греции? В Греции есть все, кроме руна. Да что ты за человек такой, я не знаю. Вы понимаете, у меня афоризм под угрозой. Ребят, стоп. А, ну говорите. А, дорогие друзья, мы прерываем поиски руна, потому что несколько дней назад в матче против Ирана тема российского футбола триумфально вернулась в КВН. Возвращались из Арабских Эмиратов, шли пешком всей командой без слез. Павлюченко нес мячи и адвоката, а Аршавин налегке корону нес. Это наши парни триумфально возвращались туда, где искренне рады всем. Немножечко они футболом позанимались, и вот опять вернулись в КВН. Немножечко они футболом позанимались, и вот опять вернулись в КВН. Эй! Молодцы, ребятки, с возвращением, молодцы! Долго не задерживайтесь только, ладно? Новости из Греции! Аргонавты вернули руно! О! Видел!
А ты на меня грешишь. Что ты за человек такой, а? А, вот Цезарь, ну давай, простите счастливо, меня, все. Я в Грецию. Пока. 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 Вот так якуты помогли римлянам избежать конфликта с греками. И больше их никто не трогал. В смысле якутов? Ну да, нас.